Здравствуйте, кто ко мне зашел на канал? Меня зовут Валентина, и сегодня мы будем готовить варенье джем из алычи. Алыча бывает разная, розовая, желтая, сладкая, с кислинкой. У нас очень сладкая, уже поспела, очень даже хорошо. Сегодня я хочу вам предложить свой рецепт, который мы делаем каждый год, и всем очень нравится. Что для этого нужно? Берем 2 килограмма алычи, 1,6 кило сахара и 2 вот таких пластиночки корицы. Корица в джеме придаст пикантный и интересный аромат, который оставляет приятное ощущение такое послевкусия. 2 стакана воды фильтрованной, это 400 мл. Больше не нужно, потому что если больше добавите воды, нужно больше кипятить этот джем до упаривания. Высыпаем наши ягоды в кастрюлю с хорошим дном, чтобы он не пригорало, и выливаем 2 стакана воды. И ставим на огонь. Накрываем крышкой, доводим до кипения. Вот, как видите, уже начинает оно закипать. Алыча наша размягчается. Мы еще деревянной лопаткой немножко примнем, чтобы она лучше растреснулась. Всегда, когда варите варенье, пользуйтесь деревянной лопаткой. От металлической она теряет качество витаминов, притягивает как бы к себе. Лучше, конечно, варенье варить и перемешивать деревянной лопаткой. Как видите, уже начинает отделяться. Вот оно. И варим до готовности 10 минут. Наша алыча готова. Мне даже не понадобилось не 10 минут, буквально вот 5-7 минут. Вот. Косточка отделилась. Все, мы выключаем. Даем немножко остыть и будем перетирать через сито. Берем сито и начинаем мы протирать. Отделять еще лучше от косточки. Вот они, косточки все вот, полностью отделились. И так мы проделаем со всем этим вареньем. Когда я делала первую партию, вытаскивала вот эти вот косточки отсюда, здесь в кастрюле уже они осели на дно, и теперь спокойно вот можно перетирать оставшую тут жидкость с кожицей. Видите, как легко они отделились при варке и осели на дно. Все косточки мы вытащили. Осталось у нас вот такое красивое пюре. Ягоды у нас было 2 килограмма. Косточки вытащили, но мы не потеряли ничего, потому что мы добавили там воды. Поэтому все возместилось назад. Вот это вот полностью пюре у нас осталось 2 килограмма или 2 литра, как можно считать. Теперь мы высыпаем сахар 1,6 кило. Вот у меня здесь 1,6 кило. 800 грамм на килограмм получается ягод. Добавляем огонь побольше. Размешиваем наш сахар. И варим до готовности. Минут 40-50. Ну, может быть, если будет жидковато, может быть, и до часу, 60 минут. Вот оно у нас такое красивое получается. И мы увариваем его. Никакого желатина, агара мы не добавляем, потому что в алыче очень много пектина, который он сам самостоятельно сделает просто желеобразным джем этот. И будет он прям как желе. Пенку я обязательно эту собираю, чтобы наш джем этот не прокис в дальнейшем при... когда будет храниться. Обязательно помешивайте, чтобы не пригорело постоянно. Добавляем 2 пластинки корицы и варим с этой корицей ровно 20 минут. Больше не надо, иначе будет такой насыщенный аромат, а он нам не нужен. Вот такое оно красивое у нас получается. Сейчас мы проверим, готово или нет. Капаем на блюдце. Еще растекается, поэтому наше еще варенье не готово. Джем наш варился ровно 1 час и 10 минут. Смотрите, какой цвет он приобрел, красивый. Все, мы выключаем и разливаем по банкам. Разлито у нас по банкам по горлышко, потому что еще джем осядет. Получилось выход у нас варенье 2 литра 700. Сейчас мы продегустируем наше варенье. Вот оно такое густое. Вот как видите, вот оно. Вот янтарно красивое. Бесподобное.
Оно остынет, еще постоит. И холодное место, если опустить, оно вообще будет густое-густое. А так очень красивое варенье. Запах приятный. Готовьте на здоровье такое варенье. Если понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Я буду очень рада. Всем пока-пока.